Чтобы ответить на вопросы сочинских журналистов, Илья Авербух прилетел из столицы на несколько часов. Компанию продюсеру спектакля составил один из главных героев новогоднего шоу – олимпийский чемпион Алексей Ягудин. В основу сказки, рассказали фигуристы, положен сюжет фильма «Мама», вышедшего на экраны в 1976 году, где главные роли «Козы и Волка» исполнили Михаил Боярский и Людмила Гурченко. Но все же «Мама» Авербуха – это не пересказ кинофильма. Сценарий изменен, в ледовый спектакль добавлены цирковые номера, воздушная акробатика, придуманы новые персонажи. В постановке задействованы олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. В роли козы Татьяна Татьмянина, волк Максим Маринин. Алексей Ягудин исполнит роль попугая со сказочной ярмарки. Как говорит сам Илья, миссия спектакля – это популяризация фигурного катания и в целом здорового образа жизни. Несколько сцен, куда я специально привлекаю большое количество детей, делаю на этом большой акцент. Причем дети будут из школ фигурного катания Краснодарского края. Это очень важно, потому что для меня важно не только то, чтобы зрители получили удовольствие от самого спектакля, что, конечно, очень важно, но еще и по окончанию спектакля дети попросились своих родителей, чтобы те отвели их в школу фигурного катания. Новогодняя сказка «Мама» пройдет в течение 2 дней, 6 и 7 января. В Сочи спектакль станет пилотным проектом и в случае хорошего приема снова вернется на курорт. Хотелось бы, чтобы шоу 2015 года, в январе месяце, оно еще раз подтвердило значимость и возможность нашего города выступать на больших площадках. И тем самым Илья показывает пример, что в этот город нужно ехать, в этом городе интересно, в этом городе, в конце концов, очень хорошая погода. После того, как зрители нас принимали здесь во время контроля небольшого города, я уверен, что и аншлаги будут. Вслед за мамой Илья Авербух обещает привести в Сочи спектакль «Малыш и Карлсон» с Михаилом Галустяном в главной роли. Что же касается нынешней новогодней сказки, то каждый маленький гость спектакля обязательно получит сладкий подарок. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.